Последняя заправочная перед съездом с трассы. Заливаем под горлышко, чтобы хватило на 200 с лишним километров по проселкам. Дальше такой возможности не будет. Еще около 3 часов езды, и мы на месте. Начинаем рыбачить. Вот только карась, похоже, сегодня нас не очень-то ожидал. Рыбалка немножко получается скучноватая, особенно для нашего гостя из Москвы, который приехал. Остается только любоваться природой. Комары им понемножку надоедают, но рыбалка плохо клеится. Как говорится, раз на раз не приходится. Клёва нет. Караси упорно дремлют. Наверное, и у них есть тихий час. Будем надеяться, что на вечерней зорьке все-таки мы дождемся, чтобы подошли наши караси. А наше любимое Щучье озеро в осеннем убранстве во всей своей красе. Пора подводить итоги. Утренние и вчерашние вечерние зорьки все-таки дали нам возможность половить карасей, да и щучек тоже. Караси здесь, как всегда, приличные. В оценке веса их разошлись. Поэтому решили провести контрольное взвешивание. Минимальный размер размера карась у нас потянул на 340 грамм. Следующие караси промежуточный вес. И один из самых крупных карасей, которого все-таки попытались обнаружить и взвесить, выбрали вот этот карась, уже потянул на 520 грамм. Вот такой примерно средний вес от 300 с лишним до 500 с лишним грамм. Всех карасей, которые здесь ловятся. Озеро нас в очередной раз не подвело. Улов, конечно, не рекордный, но и карасиков половили, и щучек на спиннинг удалось поймать несколько штук. Спасибо озеру нашему.